Ну что, друзья, всем привет! Сегодня у нас заруба против Янса, просто решил ворваться к нему на стрим и, так сказать, наладить обстановочку. Конечно же, будут вставочки интересные, надеюсь на вашу поддержку. К Янсу отношусь нормально, отличный парень. Весьма интересные трэшовые стримы, такие, знаете, трэшовые почему? Потому что мат там, бывает рыгание там, всякое такое. Ну, чисто человек отдыхает, заходит на стрим и делает то, что ему хочется, и делает то, что ему нравится. Так что, ребятки, будем сейчас душить, посмотрим, что у нас там будет по пикам, посмотрим, что будет по оппонентам, и, конечно же, поиграем, порофлим и будем хейтить. Максим, он как раз в ВС играет, на четвертом слоте будем хейтить. Постараемся взять какого-нибудь баунти хантера, чтобы можно было хейтить догоном и бегать за ним просто. Покажу сейчас вид, что он сейчас в стриме, ребятки. Камера вот так вот, вот он сейчас вот стримит, у них идет стадия драфта, надеюсь, видно. Хорошо, это все я, конечно же, закрываю. Это я все закрываю. Оп, хорошо, остается только один АБС. Все, чтобы не говорили, что я стрим снайпил. А потом, конечно же, на стриме посмотрим его реакцию. В случае, если как захейтим, будет по кайфу. Ребятки, опять-таки говорю, никакого негодования к нему нету. Он хороший парень и чисто по рофлу залетел сыграть. Но, надеюсь, катка вам понравится. И все вы знаете, что зарубы стримеров это весело. Это прикольно. Блин, а там, смотрите, там взяли скелетона. Это плохо. О, тут, кстати, алчи есть. А почему нет? Давайте захейтим с догоном. Почему нет? Захейтим с догоном. Гоу. Чел с ником алхимик пикает алхимика. Да, наказать, нахуй, уничтожить. Надеюсь, пацаны помогут на руне. Не знаю, почему алхимика не забанили. Не знаю. Пойдем в центральную. Вот так вот напишем, я центр, спасибо. Надеюсь, ребятки поддержат. Просто там что-то как-то жестко. Леорика, я смотрю, там Леорик. С Леориком будет проблематично, а у нас скоро как раз-таки нету. Ну и попробуем подзадушить быстренько. Ну, типа, если честно, я хотел взять Баунти Хантер, но я смотрю по пику, что нам нужен кор. Поэтому берем Алхимика. Алхимика не забанили. Честно, не хотел грязь брать, но в целом так получилось, ребятки. Так получилось, надеюсь, не осудите, потому что, ну, как бы, вижу, что кора нету. Вот у нас еще есть спектрулечка. Это очень хорошо. В два кора мы отлично должны справиться. Так, ну что, готовимся к стадии. Если что, если Янс видос тут увидит, бро, не обижайся, честно. Никакого негодования нету. Ребятам хотелось зарубы со стримерами, просто никто не играет. Сейчас никто не стримит, Бальтазар не стримит. Так сказать, тяжеловато с этой темой. И кому зашел, к тому зашел, брат. К тебе зашел. Так что, надеюсь, обид никаких нету. Все по кайфу. Сейчас наша задача, главное, пофармить хорошо центральную, пофармить лесочки. Скоржи, эта сторона не алхимиста. Тут немного тяжелее будет выфармить, но в целом, я думаю, получится. Гоу-гоу-гоу. Гоу, бро. Хелп. Руни. СПС. Отлично, готовимся к выходу на руну. И идем на центральную. Вардик я себе взял сразу, возьму сапожочек, пойдем в ботлик. И надеюсь, катка получится интересная, ребятки. Надеюсь, катка будет интересна. Пугна, скорее всего, пойдет в центральную. У него там стик. Я уже, наверное, спалился, да? Гоу, выходим, пора выходить. Тут рубчик еще. О! Вы куда вылазите, нахуй, блядь? Блядите, нахуй. Спил, петух. Тут еще один долг. Как ясно? Сейчас тут заруба будет. Заруба будет. Давайте драться, что делать. Хорошо, забираем монету. Если я еще уйду, будет прекрасно. Хорошо. Сапожок берешь. А еще если ФБ возьму, то ФБ уже не взял. Но хилочка зато есть. Хорошо, монету мы взяли. Вардик ставим на своем ХГ. Надеюсь, правильный вард поставил. Так, потма будет что ли в миду? С фрейзиками, да? Ну ладно, почувствуем, так сказать, на себе силу земли. Силу ночи. Оп. Решила сразу она меня тычковать. Это хорошо, но у меня уже есть расходник. Мне, в принципе, все равно. Сразу решила она так на агрессии. Сейчас захилимся и нормалек будет там. Дазл пошел гонять. Возьмем станчик в разочек тут. А, не дазл, это у нас аппаратик. Да, отлично, все и там вард поставил. Парень у нас на сапе хороший. Так, у него там стики есть. Стиков вроде нету, да, тогда гоу отсидим. И поехала ферма.
Хорошо, главное каждого крипа ласт-хитить. И все будет огонь. И не ловить ару. Вы знаете, я ару люблю ловить, ребятки. Так, но наша задача руфа будет конкретно. Парафинить. Прям задушивать его. Эх, не получится тут за лост хитить. Возьмем сейчас, я не знаю, сейчас давайте возьмем стан. Вдруг какой-то актив будет с их стороны. Вдруг какой-то будет актив. Хорошо. Подластхичиваем, отходим, чтобы сейчас просветить. Ага, под мой СС, возможно. Я не знаю, может он подгадывает какую-то позиционочку. Чтобы можно было кинуть ару. Пока что ластхитим. Я так чисто меня на фул фри оставляют, да? Надо будет саппортом закинуть по Аганиму еще. Если меня оставляют фул фри. Так, отсидим и зафармливаем быстро. И надо на руну бежать. Хорош. Потул есть. Просто спокойно фармим. Не знаю, спот мой вообще, по-моему, легчайший мид. Монету. И монету. Хорошо, дабл дэмэдж, монета на топе. На топе два роумера стоят, руны бесконтрольные. Дождемся ботла, возьмем, потому что нам тут, в принципе, ничего не угрожает. Кто-то вышел с топа, да, по-моему? А, нет, он на газик пошел. Хорошо. Оп, забрали. Есть такое дело. Стоим full free. Дазл, молодец, работает. Вы посмотрите просто, что делает. Давайте выкинем сразу. Так, я вижу, что я не успеваю там никак уже. Дазлинг работает. Молодец он. Станчик я взял сразу на агрессию. Так, ну наша задача это, конечно же, захейтить, ребята. Это просто максимальный наш контент, который мы здесь должны выдать, это захейтить. Севастополь там отдается. Ребятки, кто не знает, как играет Янс, Янс играет в основном с друзьями. И кого я знаю из его друзей, это на Леорике Виверна парень. А потом Севастополя я знаю, он и ко мне иногда заходит тоже на стримы. Вот, и вот Комбат, по-моему, этого парнишку я тоже знаю. Поэтому как бы тут получается такая немного дружеская атмосфера у них. Они всегда играют на рофле по кайфу. Бывает очень жестко раздают, бывает среднестатистически. Но в целом они, в принципе, не знают. Самый кайф того, что я играю с новым аккаунтом, сейчас с нового аккаунта, и они вообще даже подозревать не могут, что кто-то может их вот так вот под стрим снайпить и залететь, так сказать. Но я не стрим снайплю, я играю честно. Сама суть это, конечно же, выиграть по-честному и, так сказать, подзадушить. Просто по-честному подзадушить. Просто на интерес, ребят. Так, ну фарм идет у нас хорошо. Отсидим. У меня еще полный ботл. Ма у нас тут готовится к врыву, наверное, какому-то. Руны бесконтрольные, ребята, оставляют. Оп, хорош. Давайте на топ выбежим. Возможно, сейчас тут будет ару какая-то, да? О, монета, найс. По мне на монеты везет тут. Так, хорошо. У меня почти есть мой артефакт, который мне понадобится очень сильно. А именно армлет. Нанизу иллюзии, можно будет и иллюзии пойти забрать. У меня сапы отыгрывают вообще максимально. Это, кстати, ТБшка 8К, ребятки. Тут и 9500 есть, и 10. Короче, это ТБшка 10К, если что. Держите в курсе. Если кто-то не знает, на каком левеле сейчас играем. Это ТБшка 10К. Это ТБшка 10К. Так что вот так вот делаю. Вам специально на подсмотр. Руну я внизу оставлю пацанам. Давайте стакнем два кемпа. Это ТБшка 10К. Так что, ребята. Молодцы тут. Саппорты. Мне нравится, как саппорты на 10К более-менее отыгрывают. Это вообще по кайфу. Вообще по кайфу. Так, вот это делаем. Хорошо. И бежим на центральную. Ребята на топе душат спеку. Ну, ничего страшного. Спектра попотеет. А Азес, как говорится, заберет себе все лавры. Так что, ребятки, готовимся. Раним Радиенсом, еще себе подстакали немножко. Сейчас побьем Крипиусов. Оп, хорошо. Можно понаглеть будет даже немножко. Хорошо. Не знаю, почему Патма пошла мид, но мне кажется, это low skill тема, под мой мид идти на таких рангах. Потому что от Патмы самый толк, это, конечно же, смысл в том, что ты просто играешь на роуме и моросишь, и все, не более. Потому что Патма в миду, ну вот, например, VS Алхимика, ну что она сделает? Если только не попадет в меня ару случайно, там как-то, я не знаю, магией какой-то Хогвартса, то только так. Так, вот этих пацанов будем. Вот этим пацанам отсыт. И бежим. Бежим под парнем.
руну. Но сейчас внизу будет, скорее всего, монета, да? Монетка. Ой, как хорошо. Да что ж такое? Блин, жесть, как везет в этой катке на монеты. Вы прикиньте, у меня тут такие тайминги должны быть, что мама не горюй. Го, поможем. Дазлингу. Есть у тебя там кнопки, брат? Я помогу. У него там 170 маны. Этого я должен забирать. Я, кстати, армлет так и не включал, да? Дрался сейчас. Дрался, армлет не включал. О! Но есть смысл подраться. Хорош. Тут он меня не забирает никак на армлете. Отлично. Интересно будет посмотреть сейчас, как там Янс полыхнул немножко или нет. Того, что тут подармлетили так хорошо, качественно. Будет прямо интересно. Ну, кстати, хороший сейф от Янса, очень даже годно. Но мы поддышили. Отлично. Да, я там, кстати, армлет не включал, по-моему, когда дрался. Не знаю, что-то я подзабыл. Собрал армлет, а не включаю. Ну, такое себе, ребят. Фейл. Забыл. Не знал. Так что, сори, братцы. Все будет огонь, но чуть-чуть позже. Можно тэшку чуть подваливать. 1700 золотых есть. Вот сюда хочу встать, потому что не хочу ару поймать. Ребята там душат боковые, да? Отлично. Тэшку заколотили. Крипов забрали. И ушли. Сейчас на топ пойду руну забирать. Интересно, на топе по-любому сейчас на низу реснется. Ну, давайте сейчас посмотрим. Там арканы у Руфа уже, да? Скелетик сфидил разочек. О, да что ж такое? Блин, это жесть какая-то. Пойдем на кемпы. Пока они не пришли в лес, надо кемпы забирать, ребятки. Потому что сейчас могут прочекать контору, что я там фармлю в лесу. И могут прийти позабирать. Пока что катка максимально хороший старт имеет. Максимально хороший. Этот Мидас собрал. Забрал у меня Крипиуса. Оп, хорош. Давайте погнали колотить. Топ сломали, пацаны. Но играют очень фастовую катку. Надо Раденс как можно быстрее поднимать. Гокуру уже в магаз можно отправить. Можно уже по магазу. Хорошо. Начинаем раскачивать стан. Ацит в тройку. Ацит в тройку нам должно хватить. Сейчас подстакнем, еще кэмп заберем. Хорошо. Вот так вот делаем. Сейчас еще скелетов, по идее, поднимет. Раденс уже очень близко, в принципе. Хорошо. Угу, отлично. Так что, ребятки, держите на заметке, если такой хороший старт на алхимике, ну, грех проигрывать на самом деле. Все, выходим на центральную. Там очень много крипов подходит. Как раз по тактике, так как я и выфармливаю на алхимике. Главное, чтобы саппорты забирали тех крипов, которых я не могу забрать. Вот и вся смысловая нагрузка всей темы. Спасибо за подписочку. Кто подписывается? Это... О, дед зафармил. Но это офлайн подписки, но все равно. Так, зафармливаем, уходим. И с Радиенсом начинаем жестче, агрессивнее играть. Так, ну, все равно пойду на топ. Тройку берем. Монета, да что? Это какой-то чит, короче, я не знаю. Так, есть Радик, да? Все, погнали. Кто там бегает? Руф? Но надо захейтить. Побежали, ребята. Что-то он сильно газует как-то. Ой, отдается, отдается, да, парень? Жесть, Руф вообще жестко сделал. Так, есть армлет, погнали. Топ толкнем, лес зайдем. И надо будет на ТП-шках сейчас играть чуть-чуть получше, поактивнее. Так, этих забираем. Или на лайн лучше выйти. Госпека на лайн выйдет, я леса колотну. Хорошо. Отличный тайминг Радиенса у меня. Сейчас 11-й плюс дагерок. И вообще пушка будет, пацаны. Возможно, Леорик тут темпы, кстати, долбит. Внизу подма заходит, пацаны. Сейчас офармливаем, 11-й левел надо. Хорошо.
И пойдем на низ. Вообще лучше с даггера начинать игровой процесс. Эти пацаны зафармятся. На 11 так и не хватает. Сейчас на низ, походу, пойдем. Лёрик медас сделал. У Лёрика в лейт-гейме я, кстати, не тяну. Лёрика в лейт-гейме я не тяну. У него рез по-любому есть. Хорош, рез с минусом. Просто так рез отдал мне. Так, Риксар там с монетой. Алхимик ради кормлет, здравствуйте. Да, он сейчас еще минут 30 пофармит или нет. Опа, успеваем, да? Да я тут сейчас подерусь нормально. Гоу, поехали. Даггерочек бы еще сейчас, еще пушкой было бы. А, у Бугны там даггер. Б. Сейчас даггерочек и погнали. Рунку заберу. Ну, спорим, монета сейчас внизу рестница. Я не знаю, но максимально везет по фарму. Если она на топе рестница, это точно баг какой-то. Блин, вообще жесть. Вообще жестко. Сейчас даггерочек и погнали. С даггера начинаю, не с тревелов, ребята, потому что даггер все-таки это даггер. Они активно играют. Я их сейчас просто перегангаю всех. И надо руфа, конечно, в приоритете, я думаю. Погнали. Там внизу по КД драки. Можно мне даггер, спасибо. Ну, погнали. Руф вон он в кустах бегает. Опа. Хорош. Сюда. Киллинг спри берем. Отлично. Стан имеется. О, дружочек. Выкидываем. Есть детекшн какой-нибудь? А, кстати, он не знает, что руты дают этот трусайт. Наверное, не знает. Парень. Напишем насчет трусайтов. Что там, Лёрик на топе. Давайте сбегаем к нему, у него нету реса по любе. Пойдет дальше, да, идем. К Лёрику. Лёрику идем. Лёрик без реса, я его... А, у него же 11-й. Сейчас посмотрим, какой плотности он. Если там опять рез, конечно, тема такая себе. И нормально, забрали. Хорошо, давайте топ попушим. Внизу ребята дерутся. Вообще нон-стоп внизу драки. Нон-стоп внизу драки. Я топ тогда сломаю пока раз. Я Лёрика тоже хочу нагнетать, потому что Лёрик это как-никак опасная машина. Опасная машина. С Лёриком проблем не хочется в лейт-гейме. С Лёриком не хочется проблем. Есть тревел у меня. С такими хп, конечно, опасно стоять. Внизу сейчас бы драку, да? Замутить. Внизу бы драку замутить. ТПшка откатится сейчас. Нормально будет. Погнали, лесочек. Хорошо. И все. Сейчас на топе, походу, там еще рунка. Так, тревела имеем. Пашно, конечно, с такими хп бегать. Интересно, у них там, наверное, вард по-любому стоит. Вард по-любому у них там стоит. Гоу, помогать. Бабушке, помоги, помоги делать. Хорош. Опа. Бабушке, помоги, помоги, делаем. Стана нету. Сейчас стан поднакопим ману. Будем в туман войны прыгать. Как МХшник просто сейчас сделал. Просто как МХшник сделал. Печально, но надо отойти. По идее, живу. Сюда. Ой, почти на вставочку. Хорошо, но руфа не захейтил. А, вон он там сейчас тут где-то будет, да? Оп, хорош. Где-то руф тут. Лёрик на топе.
Могу с ТПшки сыграть. Так, надо руфа, руфа. Что-то вообще такое себе. Руф вообще не подставляется. Дабл дэмэдж. Неплохо, сейчас еще руна будет. Хоста. Опа, пугна на миду. Успеваем, по идее, да? Блин, конец все равно умрет. Оп. Внизу файтинг, да, готовится? Жесть, я их просто как МХ разношу. Пойдет. Погнали на низ, где там руф, вижу руфа. В руфа просто... О, птичка. Хорош. Блин, тут не вкачал. Ладно, гоу в наглую. Вот это фейл, конечно. GG. И стан еще 5 минут. Мой фейл максимально. Есть. Крест. Крест. Дазл. А, не достает, прикиньте. Слишком занаглел я. Ну, такое себе. Ладно, моя ошибка. Слишком перенаглел я. Так, манта от рута. Печально. Давайте сейчас возьмем дасты. КЗ. Дазл, видимо, не достал крестом. У него там какой левел креста? Непонятно. Потому что он не дал крест. Я думал, сейчас крест даст. Я по-любому там на армлете. Я выйду с этой ситуации сухим. Но моя ошибка. Я прыгнул. Прикиньте, вижена. Вижен не хватает. Я вроде ее пытаюсь выкинуть. И не могу выкинуть. Но так не делайте, ребят. Так не делайте. Это максимально сильная ошибка. Моя ошибка. Пацаны. Сори. Моя ошибка. Бахнул, так сказать, я нормально. Дазлик, надо сейчас у Дазла посмотреть, какого левела у него крест. Он мог, по-моему, дать. В рутах можно же давать крест, лол. Вы чё? Как нельзя, ты ё-моё. Так, продаем вот эту тему. Вниз. Вниз. Манта можно. Хорошо. Я еще с ультом не в третий левел был. Так, ребята там дерутся, да? Гоу искать пацана на руфе. Нужно его прям захейтить. Что за дела? Что за дела вообще? Я вообще буду сегодня Янса убивать? Или он так и будет с грифсом бегать всю игру? Же есть. Ой, палка бабахнула. Ладно, не будем пока Янса вот этого. Сейчас, глядишь, и Янса заколотим. Янса первого, по-любому. Там на дагерах челы жесть играют. На дагерах пацаны играют. Оп, братец, держи. Держи, держи. Хорош. Трипл килл. Янса заколотили. Химик, ты ебашь, нахуй, ебать, блин. Чел, химик богаче не станет, а не станет. И как сказать, богатые беднеют, бедные богатеют. Интересно будет, вот я просто потом пересмотрю стрим, интересно рили их этот, послушать войс, что там, алхимик, как там. Самое интересное, ну, геймплей очень сильный сейчас показываю на самом деле. Муваюсь по всей карте, уничтожаю их просто. Но мы еще не зашли на рампу. В принципе, сейчас last слот еще один какой-нибудь скайди сделаем. Абиссал потом. Боевого надо тут собирать. Если катка затянется, будет плохо. Ребята там умирают. Тэшку ломаем. Хорошо, на топе. Кит умирает, но ТПшки нету. ТПшки нету у меня. Можно, в принципе, и в ГПМера сейчас собраться. Шел, да, Пит? Хорошо. Хорошо. Надеюсь, все нормально по звуку. Так, колотим. Манту поднимем просто. На второй стак. Хорошо. Отлично. Там нормально, грифс. Оу, нифига себе ты. О, нету даггера. Постам. Давайте сделаем Октарин, это первый артефакт. Если что, Октарин продадим. Постараемся сейчас саппортом своим выфармить по Аганиму. Чтобы было нормалек. Ребята там фармят. Надо по чуть подпушивать начинать. Так, Янса первого.
Хорош. Куда вы? А, Мунлайт, понял. Хорошо. Мунлайт. Так, иллюзию туда. Сейчас пусть что. Хорош. Так, ну его я должен доконтрить. Хорош, размен станы. Да, иллюзию заберут, если что. Оп, сюда. Жалко, команды нету. Очень плотный. Я их просто гоняю за тэшками. Нормально. Ломаем. Топор там сейчас начнем делать агонимы. 21 минута, я в принципе 6 слотов имею. Ну, отличный просто этот был у меня лайн. Сейчас по агониму сделаю. Хорошо. Пойдет. По кайфу. Но тянуть нельзя, надо хгшки быстро им ломать. ХГшки надо им ломать по чуть. Сюда. Роша бы забрать было бы хорошо. Куда там ломать будет чешу? О, я не допрыгнул. Прикиньте. Такое себе дело. Есть. О, так продолжаем, да? О, щит. Но це плохо может быть. Хотя, Лёрика Реса нету. Убиваем Леора. На химик ёбри, конечно. И Янса захейтить надо-то. Ё-моё. В Янса стан. Этот сейчас так умрет. Опа, хорошо. Трипл килл на вставочку еще один. Тренд байбэк тоже. Фига там пуканы позагорали у пацанов. Хорошо, делаем вот такой разворот крейсерский. Вижу Янса, не вижу преград. Сюда. Хорошо. Агонимчики. Оп. Наперед иллюзию выводим. Отлично. Вот это я их тут разношу, конечно. Хорошо, ребята, агонимы почти готовы. Один есть. Я сразу два агонима сделаю, да, злу? И аппарату. Так, Янс уже сдался. Хорошо. Хорошо. Сейчас парням под агониму сделаем. Будет вообще по кайфу, будут кайфовать парни. Сейчас пойдем в нижнюю сторону. Алхимикам тянуть нельзя. Можно будет еще чуть пофаниться, но нужно две стороны сломать тактически. И душануть. Хорошо. Иллюзии работают, все работает. Ой-ой-ой, неужели не успею? Блин, прикиньте, монетка лежит, а я совсем и не видел даже. Все ребята там будут драться, я прилечу. Так, второй агоним почти есть, да? Второй агоним. Ребята вниз идут под мунлайтом, но сейчас приду помогать. Приду помогать. Барда, надеюсь, нет тут. Хорошо. Этот есть. Ну, за подмой бегать, конечно, такое себе. Янса вижу, не вижу преград. Зарутит ультану. Иллюзии, вернее. Сюда, этого тоже сейчас задушим. Я саппорта своего в обиду не дам, брат. Никак вообще. Хорош, трипл килл сделали. Хорошо. А что если... Ультракил под колодцем прям. Уф, на вставочку. Ливаем гол, на город наших союзников.
Черта на химике в бан. Господи. Ну потому что он не рандомит, тикает как мразь какую-то имбу. Типа ПТС мусор, блядь. Я, блядь, в ТБшке позаходил, у меня каждый раз какой-то черт землю пикает, слезами играет. И еще пишет, какой он пиздатый, сука. Да, они по КД так пишут, этот столы. Вот сейчас, что ты думаешь, химик так не думает? Он сидит там, ебать там, бля, хуяч. Он же не способен понять, что у нас рандомы, типа, с нулевой пи***бали. Ну, пиком. А он там сидит, там, выжимает из себя что-то. Да, так, и ребята, аганимы сделал. Два аганима есть. Аппарат и дазл. На базу. Идите, парни. Все, гоу. Так, что там Янс? 2-9, да? Ну, я его, честно, если честно, он в приоритете, конечно, но я его не это, не убиваю. Совсем не убиваю. Так. Тебе, братец, есть аганим. Аганим есть. И дазл. Ушел дазл. Погнали. Дазл пошел, он чисто у него передовая там. Сейчас дазлу пойдем помогать. Так, ребята там драку. О, Янс там, значит надо лететь, пацаны. Ну тогда армлет берем и полетели. Вот так делаем. Так, в Янса бежим, просто волосы назад. А нет, не успеваю, да? Сорямба. Тогда не в Янса. Так, а где? Где поленница наша? Вон, полена пошла наша. Хорошо, этого прям под колодцем попробуем. О, щит. Не-не-не, пацаны, у меня еще армлет есть. И стой свои инвизы, а будешь. Хорош. Опа. Оп, хорош. Должен сгореть, по идее. Колодец перехилит. Эх, GG. Ну, не подзахейтил. Ну, пацаны агрессивно, чисто на заканчивание катки отыгрывают. У меня там аганим висит еще. 27 минут, просто жесть. Разнос получился. Так, ну что, есть. Есть, вижу. Нету манты, прикиньте, вовремя. И в дистекшена нет. Оп, хорошо, сюда. Сюда, есть. Это на вставочку, да? Оп, хорош. Сюда. Хорошо. Ребят, ну в целом 27 минут, чисто я не знаю. Раздушили, мне кажется, очень быстро как-то. У-у-у, конечно. Что-то я замешкался. Ой, хорош дазл. Мужчина. Мужчина дазл. Еще и ультракил, жесть. Вот такая, ребятки, катка получилась. Развалили. Сколько сейчас посмотрю, сколько раз убил Янса. Моя задача была убить Янса. Где он там? 5 раз я его задушил, он умер 10 раз. Ну, половину. Я считаю, что не сильно захейтил, но в целом катка жесть просто уничтожил. Ну, надеюсь, вот такой формат вам, ребят, понравится. И к Янсу нет никаких претензий, парень нормальный, просто вот так вот получилось, что подзахейтил немного на алхимике. Ну и надеюсь, катка вам понравится. Обязательно поставьте лайк, если понравилось, чисто так разнос стримеров. Ну посмотрим, Янс Ди будет делать такую ответку или нет. Так он, мы химика забаним, посмотрим, на чем он будет. Да, блять, он возьмет этого Ксина. Да Ксин говно, Каулина тоже забаним. Короче, Ксина, химика баним и кого еще там? Не-не-не, если кто-то в месте попадется, короче, химика не баньте, пусть пикнет, блядь, обоссану его на меди, нахуй. Руинить, ну что-то это только ты можешь. Да сейчас, блядь, за ним бегать, там, убивать его, нахуй. Если он за меня попадется, я его найти не буду тосать за врагов. Нахуй. Да нет, хуй. Да я не говорю руинить, а против него говорю, блядь. О. А, блядь, черт, Роман, блядь. Ну, почему я вот, слышишь, почему я захожу в рандомную ТБшку к челам, которых не знаю, да, один. Там все рандомят, и я рандомлю, чтобы не быть дауном.
вместе с ними рандомный. Почему он не рандомит? Ну, он потеет. Он... Смотри, так... чел, 8 СВР, 5 КДА, блядь. Ну, да, вот мне... Он потеет. Ты тоже потеете, чё? Так мы потели, но герои не те. Чё я на тренте сделаю? Итак, ребят, решил я, конечно же, вторую катку пойти, там жесть, как у пацанов жопа сгорела. Алхимика сейчас сказали, будут банить чисто. Ну, пацаны поняли, что типа парень потеет, надо, короче, забанить алхимика. И говорят, посмотрим, на чем он будет играть. Сейчас в целом посмотрим, что-нибудь пикнем интересное, тоже побегаем. Возможно, пойдем также на центральную. Но эта катка, конечно, получилась очень жесткой, очень быстрой. И, в принципе, ну, такая быстренькая, быстренькая, жесткая катка получилась. Погнали дальше, ТБшка 10К. ТБшка 10К такая же, как сейчас была прошлая. Очень хорошо, кстати, мне понравилось, как сыграли саппорты. И сейчас поиграем. Так, в эту катку, походу, я попал с Янсом, да? Этот зеленый слот, это, по-моему, с Янсом я попал. Ну, да ладно, в принципе, ВС за сыграем. Разницы уже нету. Одну катку задушили. Че там, инвокера, Рикимару, давайте, баньте, пацаны. Алхимиста забанили, молодцы, баню бару. И давайте тогда, ну, если Янса похейтить тут не получится уже, давайте тогда уже просто покажем хорошую, интересную, красивую катку. На Роуме, может быть, может там на Рудге. Но в целом, надеюсь, ребята не обидятся. Будет по кайфу. О, интернет подводит. Да, печалька. Интернет подводит, надеюсь, лагать не будет. Так, Янс взял, кстати, Траксу, можно... Можно вивером сыграть, но надо будет еще тогда Аганим добрать. Баня. О, за меня этот черт, сука. Надо Каулина еще банить, чтобы фейзики не багли. Что его еще можно сделать? Фейзика заявил. О, теперь за вас алхимик. Чисто два героя Шейкер Найкс могут выиграть без остальных. Тонкую Траксу, Вин... А, у нас Винга, кстати, на рандоме тоже. Урона дофига. У вивера урона ебаться будет. Но он опять будет убивать всю карту. И будет думать, что он пиздатый. Ним добрать. Баланарчика взяли. Нужно что-то оранжевое брать, потому что у нас Тракса будет в комбине. В комбине. Аго почему нет? Даете мид? Спросим у пацанов. Гоу, алчемиста нету, играем на вивере. Ник меняется на вявер, да? Хорошо. Спасибо. Посмотрим, кто будет на центральной, если это будет Балнар, по идее, будет простенько. Через дамаг. Первый артефакт, скорее всего, либо Юл, либо Манта, потому что там Балнар будет хейтить. Балнар будет хейтить. Ребятки, ну тут фастпуш катка тоже будет. Давайте покажем хорошую, красивую каточку. ТБшка, сколько там? 10К. Сколько? 6К, 8К, 8, 7, 9, 9, 8... 8, 900, 6, 7, ну, в среднем, ну, где-то 9К ТБшка, ребят, не 10К. Сорян, приврал немножко, ну, 9К ТБшка, типа, все, большинство на стриме говорят, типа, играй на 9К, что ты как лох, там, и тому подобное. Вот вам 9К ТБшка, прошлая катка, согласитесь, ничем особо не отличается от каток в лоу ПТСах на 4, на 5К. Это подтверждает именно то, что в каждой игре, на каждом ПТСе... Есть хорошие игроки, есть и плохие, есть и хорошие, ребят. Поэтому, как бы, ну, смысл таков. Так, что берем? Берем вот так, В, вот так вот, С и погнали. Посмотрим сейчас, что будет на руне. Если что, тараканов на руне сразу закидываем. Let's go. Let's go. Пацан, Twin Head, Sky. Очень Sky будет меня, очень-очень-очень сильно будет меня контрить. Silence, это страшная вещь. Но постараемся как-то перебивать. Два Silence, станы. И это будет тяжело. Будет тяжело. Гоу. Гоу файт, пацаны. Мне нравится, что саппорты вроде хорошо тут имеют. У нас Виверн, это парень с прошлой катки на Лёрике, который играл, но задушен был. Не пойдут, ребятки, наверное, на руну. Тракса точно не пойдет. Я бы тараканов качнул, пошли бы задушили. Долго, пацаны, что-то идут. Там Леоны, станы. Давайте сюда спрячемся. А, уже все, пацаны видят меня. Тараканы. Покажем, что Леорн. The Swarm. The Swarm, если что. Свармов возьмем. Свармов. И пойдем душить. Так, этот пошел ставить вард, да?
Давайте попробуем. Ну, не факт, что получится. Я возвращаюсь на руну. Я на руну. Свармы прогулены. Прикольно, если тараканы там запинают его. Да лол, еще и тараканы запинали. Осуждаю, вообще максимально осуждаю данную ситуацию. Жесть, пацаны. Ну это жестко. Тараканы запинали виверну. Это жесть. Ох что тараканы на первом левеле. Что там, скай на меду? Ну у меня стики уже есть, в принципе, да? Будем душить. Не знаю, кто на меду стоит. Но этого чела на меду можно прямо сейчас с третьего левела начинать душить. Главное ластхитить. Оп, хорош. Эх, этого крипа уже не добью. Вот этого добиваю. С третьего левела начинаем душить. Я возьму гиминейты. Нападу, можно даже одну тычку ему разминочную дать, но не дал. Вот так вот я юзаю кнопки. Ну, обманул меня сейчас тычкой, видели, по-другому крипу дал. Оп, хорош. Сейчас вот так сделаем. Промах с гиминейта. Осуждаю. Осуждаю этот промах. Мид я тут в любом случае должен выигрывать, потому что у меня смысл в том, что у меня герой в любом случае на ранней стадии должен брать преимущество в свои руки. Хорош. Давайте вот так сделаем. Так, сделаем. Давай подеремся чуть-чуть. Оп, хорош. Ну, тараканы не загрызут там. В целом, подамажил нормально. Подамажил нормально, пацана. Оп, хорош. Берем инвиз. Сейчас вот этот крип умирает, и можно за тэшку забежать. Оп, хорош, таргет не на мне. А, на мне таргет, в смысле? Почему? Это ошибка, кстати. Осуждаю. Ну, по идее, должен отрегениться я тут. Нет. Лол, почему таргет на мне был, я не понял. Ладно. Крип же сдох, я вроде думал, сейчас ставр затриггерится. Печально, просто так отдал мид челу на ошибке, не знаю, на вот этой какой-то. Мелочевка такая, жесть, ошибка какая-то. Чисто мелочевка. А, кстати, еще рут можно было получить на лицо от руфа. Ладно. Ошибка. Жесть. Но это, конечно, неждан, ребятки. Неждан, а негаданно это называется. Тэшка решила, короче, сделать по-своему. Сделать по-своему. Тавр решил по-своему работать. Не догоняй его. Жесть, он там... О, визор купил, нифига себе. Уплотнился парень. Уплотнился. Возьмем так вот. Я его буду тычковать тут. Поневарик его... Вот сейчас следующим заходом я должен его убивать. По идее. Это минус. Смелый минус. Все, реабилитировались. Сорян, ребятки. Сорян. Сорян, это, конечно, был косяк максимальный. Что, не учел, что тавр что-то на меня так затриггерился страшно. 4 секунды он рецается, и можно от КД прямого сейчас. От КД. Сейчас Аквила придет, чтобы можно было под тавром гулять. Не забывайте, еще фармить надо, пацаны. Так, есть. Есть. Оп, отлично. Сапожочек потом возьмем. Парнишка там. Усес, нифига там они душат. Не... О, ДДшечка. Так это ж вообще хорошо. Интересно. Интересно. Где Скай? Идет он или нет? Интересно. О, пришел. Четвертый левел. О, в наглую. Стики есть. Хорош. Стики, хилка есть, можно не бояться.
Gimme Nate. ТП-шечку бы. ТП-шку сейчас бы на низ, да, ребят? Но нету ТП-шки. Сейчас бы на низ ТП. Суеты навести с даблдамагой. Хорошо. Куну сделаю. Идет у меня кура. Кура идет. Ману сразу закинем. Закидываем и go. Полонар пришел на мид. Давайте низ руну сходим. На низ руну пройдемся. Низ руны ничего нету. И ульчик, наверное, было бы хорошо сделать. Ага, Найкс вышел с леса. Погнали тогда в спину. Найкс вышел. Возвращаемся в центральную, додушиваем центр. Возможно, Баланар тут... А, Баланар все, на той. Ушел. Хорошо. Го, в наглую. Я справлюсь, брат. Он четвертого левел, бедолага. Бедолага четвертого левела. На скай. Не знаю, зачем ходить на мид, если, ну, реально не умеешь. Тем более на таких ПТСах нужно, ну, чуть-чуть обоснование... свой скилл оценивать, потому что, ну, такое. Так, го, поможем. Именно это есть. Давай, иду, брат. Иду, иду. Хорош. Нормально задушили. Давайте урну возьмем. Так, стоп. Отводим куру. Хорошо. Руна есть? Есть, а если найду? ТП-шку надо. Внизу жесть, что происходит. Такие размены лютые внизу. Скай пошел тоже, да? Я пофармлю, жду ТП-шку. ТП-шку с урной жду. Го в наглую ТП сразу. Ах, ТП в КД. Сори, братец, ТП в КД, дружище. 6 секунд. Актив максимальный жесть в этой катке. Обожаю такие игры, когда бегаешь. Так, ну там уже халпа вылетела, поэтому не вижу смысла идти. Урна есть, жир. Вообще можно лоту с первым артефактом сделать, все сало снимать. Почему бы и нет? Давайте сделаем. Лотус можно вещь такую делать. Тэшка давайте побьем. А, все, отключаем аквилу, пусть суицидится. Там Найкс еще в лесу, кстати, нужно не забывать. 33 крипа очень мало в начальной стадии. У меня что-то по крипингу тут. Очень мало. Сейчас руна на топе будет. Гименейты я раскачал, сейчас тычки прям хорошо залетать будет. ЕС пришел мид. Инвизибилити. Я заберу, чтоб никаких приколов не было. О, наглую. Погнали, парни. Хорош. Этого чувака тоже можно, кстати. Хорош. Право под тэшку ушел, да? Право под тэшку. Наверх пойдет или здесь будет выходить? Наверх пошел. У меня есть, в принципе, дамага, чтобы его пробивать. Буду я его тут догонять, нет? Ага, нет. Все, нормально, отходим. Пойдет. Гоняем вообще люто, пацанов. Люто гоняем. Очень активные игры. Вот чисто видно, что парни понимают, как играть 85-ю карту. Давайте аквилы поехали. Ломаем. ЕСа нету, эхо слэма, поэтому... Просто пушечки. Пушечки-таверочки. Отправляем в таверну. Пушечки-таверочки. Хорошо, скай на топе. Let's go, к скаю сходим. Че, они хотят хайграунд ломать, что ли? А почему нет? Да или нет? Да или нет? Да или нет? Да или нет? Я бы ушел отсюда, б. Го по тэшкам, пацаны. Вот топ или низ. Почему нет? Че тут стоять просто, ну я хз. Я пойду, я занимаюсь своими делами.
Я занимаюсь своими делами, подкормкой, как говорится. Не надо добивать Криса ты. Криса. Все добивает, но дамага там соточка плюсом. Не могу перебить. Но получается катка, ребятки, в стиле заруба стримеров. Надеюсь, такие катки вам нравятся. Буду рад, если Янс тоже это оценит. Так что по кайфу. Так, ну первый крип такой есть. Бегает, я уже не успеваю. Хорошо, ломаем тэшку еще. Сейчас за счет тавров приоденемся хорошочкой. Слопнет. Слопаешь, убиваем. Хорошо. Под этот не встать. Хорошо. Давай поделю. Есть. Я дальше могу идти, в принципе. По идее, живу. Хорошо. И на ТП. И на ТП уходим. Отлично. Так, что у нас там есть? Лотус, по-моему, под 4к стоит. Да, 4000. Давайте берем персеверанс, ТП-шечку. Погнали, ребятки. Додушивать. Вот, ребята, 85-я карта с хорошими игроками. Прям такое удовольствие играть. Рили, столько актива. Но, единственное, если игроки тоже опытные, катка может так перевернуться в один момент, что вы просто офигеете на самом деле. Хорошо. Так что такой вот геймплей получается. Много будет тут надо вставочек делать. Что с ребятами. И войс послушать, что говорят. И там и ту тему. Послушать прям интересно будет. Давайте купим вот так вот. О, нифига себе там замес. Замес лютый. Замес халвамес называется. Налево ушел. Я за ЕСом могу пойти еще. Есик, дорогой, ты там как, фармишь нормально? А не боишься пауков, тараканов? Там, дихлофос надо, может, не знаю. Дихлофос там, как бы, опасно же есть. Ская первым, этого вторым. Очень много сейчас хапанул я. Уф, надо сюда спрятаться. Дихлофос что-то наюзали на меня прям. Неплохо так. Ух, Венга как подсейвила. Есть. Ну-ка. Души. Хорош. Сейчас захилим еще пацанов. Урна есть, можно поесть. Траксе сейчас жопу помажем. Это жесть. Это жесть, ребята. Лотус имеем. Дальше, конечно же, вагоним. Просто лютые катки. Я хз. Надеюсь, такой геймплей вам нравится. Вот тут полностью раскрыть смысл 85-й карты. Это паб. Мы играем сейчас в пабе, и вы посмотрите, какой уровень игроков здесь. На 9к ПТС. Только единственное, вот Sky подводит, да? Sky подводит. То есть чисто таракан. Сколько там фрагов? У Янса 6 фрагов, но у меня одна смерть, вот начальная ошибка была. Жесть. Хорошая игра. Было приятно 15 минут подолбить крипов. Ну чел с ником Алхимик опять на имбе бегает. Вивер имба. Хорошо. Оу. Лотуса даю, убегаю. Сейчас похилю Руфа, если что. Похилю. В принципе, да, уходим. Закинули. Подхильчик. Хорошо, может, или Т2. Или ребята будут драться. Активно, очень активно играют. Так, гоу так делаем. А, нет, так не получится. Даю, брат. Без арм. О, хорош. Диспейл вернее. Тракса застряла. Не, ну это лишнее уже. Это лишнее, ребят.
Одобряю, это лишнее, максимально лишнее уже. ББ. Просто без слов игра на самом деле по кайфу, когда все игроки знают, что делать. Давайте сделаем ПТ-ху. ПТ-ху. Уходит ЕС. Я бы вообще на самом деле пошел бы Рошу сейчас. Рошу пошел бы. Роша по кайфу была бы. Сделаю ПТ-ху все-таки. Атракса пошла. Рошу. О, поможи, поможи бабушке делать. Бабушке помоги, помоги. Еще бы сюда зашла медалька, хорошо. Но я решил лотуса сделать. Давай я потанчу. У меня армор есть. О, у меня армора чуть побольше, кстати. Хорошо. Я беру. Оу. GG. Я, скорее всего, тут умираю. Че, не можешь направить на меня, что ли? Подрегенимся сейчас и выйдем. Хорошо. Хорош. Пойдет. Траксу только засуицидили. Я лотос на себя кинул, не знаю. Он, в принципе, наверное, надо было лотос на него швырнуть. Он бы сало хотя бы попытался дать. Ну, тут такой ситуации, конечно. Хорошо. Аганим круто было бы сделать. Крутейшество было бы. Так, 9 стиков. Да, можно хагеч зайти сейчас, мне кажется. На X там бедолага дрался один. О, let's go. Go. Ой. Можем ХГ, по-моему, зайти с Аегой. Раздамажим просто. И все. Раздамажим. О, так ты тут. Нифига себе. Даю, брат. Диспел. А, даблкил, в смысле? В смысле дабл килл? Я думал, я троих забрал. Жесть. Пойдет. Ну, максимально зрелищная игра, ребят. Жалко, что она будет короткая, как и предыдущая. Но такие вот катки. И что самое кайфовое, некоторые считают, что Янс такой какой-то, такой себе игрок. Но он парень очень смышленный, он хорошо рили шарит. И это рили. Ребятки, факт. Он рили молодец. То есть, ну вот... То есть, отличает прям игрока, знаете, какого-то лоу-скиллового игрока от такого игрока, который, блин, ну вот, вот сейчас, вот видите, как мы двигаемся? Мы двигаемся, как в топ-ТБ играют. То есть, увидел, пошел, оп, есть, минусы там есть, ой-ой-ой-ой, минусы есть. Давайте вот так сделаем. Проксу давайте задиспелим. Оп, хорош. Найкс уходит там, да го пушить, пофиг на него. Я захилю. Сюда еще Аганим добивается этими артефактами. Все. Жесть, вообще, что за игра? Вы просто посмотрите на эту игру. Это просто трэш какой-то. Оп, хорош. Это просто какой-то трэш. Как кура на базу и за нем. Тек. Куру. Куру. Интересно будет со вставочками посмотреть эту катку. Все, идет у меня. 18 минут при ПТСы. Блин, я не знаю, даже стыдно такие катки, наверное, будет форсить. Но, ребят, это 85-я карта. Тут лейт-катки. Это, конечно же, луз. Блин, мне надо пересоходить после каждой игры, потому что смотрите, как лагает. Брат, давайте за диспелю. Давай мне огоним сюда. Брат, держи хил. Жесткая катка получилась. Ну, надеюсь, ребятки, такой геймплей вам нравится. На этом я, наверное, закончу эту зарубу.
На этом я закончу эту зарубу. Ну, жесть, 19 минут и 25 минут. Но это 85-я карта, тут именно так и играют, ребятки. Надеюсь, эти геймплеи вам понравились. Играйте на 85-й карте и получайте максимальное удовольствие с игрового процесса. Рили, кайф. Активные, но коротенькие. Так что вот такая тема, ребятки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Смотрите Xenazes. Также не забывайте смотреть Янса. Янс тоже парень нормальный. Так что, ребятки, надеюсь на ваш актив. И, если что, на него ссылочку я оставлю в описании этого видоса. В принципе, все, друзья. Передавайте Янсу привет от меня. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем, ребятки, от души. И с вами был Xenazes. И до скорого. Жесть. Вивер имба, потому что он может вернуться в прошлое и восстановить себе хп. Гуманитарочка, закаточки и видос. Приятно играть в понимающей команде. Спасибо. А ты что, игрался, что ли? Видос какой-то.